Привет всем! Сегодня у нас 6 октября, и мы будем убирать всю позднюю капусту. Такая выросла капуста. Прошли заморозки, ночью было минус 6, а сегодня весь день стояла теплая погода. Здесь какая-то такая капустка невызревшая есть. Разные кочаны есть побольше. Здесь поменьше. Сегодня целый день была солнечная погода. Плюс 6, наверное, 7 градусов. Поэтому самое время убрать ее, чтобы она подсохла. И затем уже какую-то на хранение, какую-то для засолки. Спилили всю капусту ножовкой садовой. И сносили под крышу. А все листья собираем на корм свиньям. И вот такой кочанчик, он подмерз весной. Поэтому поздно вот так вот он вырос. Совсем практически не завязался. Вот такой вот получился в этом году урожай капусты. Еще, наверное, кочана 3 или 4 вот таких больших у нас украли в этом году, поэтому капусты хватит. Несколько оставим на хранение на зиму. Пчелники будут храниться. Несколько, или может быть один, на голубцы. Его вообще на веранде оставим. Потом, когда он замерзнет, можно будет занести. На голубцы он пойдет, а остальные все именно в засолку. Капуста здесь в основном сорт 3 богатыря. И несколько кочанов крупных тоже. Не знаем, какой сорт. У бабушки брали. Она потом потеряла именно пачку, с которой сеяла. Он тоже хороший. Вот такие листья у него красивые. Пузырчатые. И кочаны тоже вот такие крупные. На высокой ноге. И всегда капусту убираем после заморозков. Когда пройдут заморозки, вроде бы в ней тогда она как бы слаще становится. После таких небольших минус 2, минус 3. Ну, вот у нас было даже минус 6, наверное. Ничего, она вся целая, хорошая. Листьев на ней было. И на ней много, на кочане на самом. И, соответственно, не обрывали их особо, только снизу. Обрывали так. Все листочки были. Поэтому нормальный такой урожай. Хватит капусты. Вот такая вот сейчас красота в огороде. Цветут шафраны. Такие вот желтые, красивые шарики. Все кусты, вот они просто усыпаны такими яркими цветами. И, конечно, очень красиво в огороде. Капуста. Всегда сажаем рядом с капустой. Или бархатцы, или шафраны. Вот. Как-то вредителей все равно меньше. И красота создается, и в то же время и урожай. Такая поздняя капустка. Хорошие кочанчики. В общем, и цветам хорошо. И овощам тоже. Все эти цветы выращивали из своих семян. И каждый год получается разная расцветка. Либо чуть светлее. Как лимонные, их называют лимонные, или же темнее, темно-оранжевые. Но в этом году получились такие желтые. Ну а всем тем, кому видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока и всего самого-самого доброго!